Ну, конечно, мы довольны победой. Мы понимаем, что очень сложные очки даются в чемпионате всем командам. Оренбург – сложный соперник для всех, будь то дома, будь то на выезде. Есть игроки в центре поля, которые умеют очень хорошо работать с мячом, продвигать его. Конечно, сыграло свою роль удаление. Ну, наверное, даже хотелось бы, чтобы посмотрели, если бы остались в равных составах, как бы мы сыграли. Потому что вот игра вот на встречных курсах, наверное, было бы для болельщика более интересно. Но, тем не менее, футбол. И важно было то, что в любом случае где-то подсознание сидело, то, что сейчас у нас плотный график, там через два дня уже на третий еще следующий матч, поэтому, наверное, в какой-то степени второй тайм нам не удался, потому что, наверное, подспудно держали мы то, что скоро следующий матч.